Салам алейкум варахматуллахи варакатух. Вот эта вот дорога ведет на Бадр. То есть, если выезжать из Унейзы, из Янбо в сторону Медины, то вот здесь есть съезд с главной дороги, и вон туда уходит дорога на Бадр. И пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, 8 Рамадана выступил в поход. И 15 Рамадана у них состоялось сражение. Честно сказать, жарко. Сейчас у нас тоже Рамадан. 6 Рамадана. Честно сказать, очень жарко. И это, считай, 1441 год назад произошла битва при Бадре. Вот в таких вот условиях. Представляете, жара очень сильная. И мусульманское войско столкнулось с войском курайшитов. Мусульман было около 312 человек, а курайшитов в три раза было больше. В начале курайшитов было 1300, потом меньше стало. Но вот представляете, вот такая вот жара, сильная жара. Сейчас где-то, наверное, градусов 40-42-43, наверное, градуса. И вот воды нету. Фу. Вот даже просто стоишь, из машины выходишь, очень жарко, очень жарко. Баракаллаху фикум, ва джазакум Аллаху хайран, хайраль джаза.